Компания Kia Motors, как официальный партнер Лиги Европы УЕФА, приняла участие в организации первого в истории трофи-тура престижного турнира. Мероприятие дает возможность поклонникам футбола из разных частей континента увидеть Кубок Лиги Европы перед финальными играми сезона. В прошлом году мы привозили чемпионат мира по футболу в Россию. В этом году мы стали спонсором Лиги Европы УЕФА. Это новый шаг для нас. Если до этого мы спонсировали чемпионаты, которые были на уровне национальных сборных, то теперь это клубный чемпионат. Это очень интересно, это другой абсолютно масштаб. Организованный Kia Trophy Tour стартовал 5 марта на Женевском автосалоне и завершится 17 мая перед финальным матчем Лиги Европы в столице Азербайджана. Маршрут тура затрагивает 8 городов – Женеву, Севилью, Берлин, Лондон, Милан, Москву, Париж и Баку. А вообще, Kia и футбол тесно связаны более 10 лет. У нас очень много активностей. Это и детский конкурс «Юный арбитр», это и трофи-тур, в рамках которого, собственно, мы привезли Кубок Европы, сейчас Лиги Европы и УЕФА в Россию. То есть это 8 крупнейших городов Европы. Это Берлин, Лондон, Париж и, конечно же, Москва. В рамках партнерства Kia предоставляет турниру около 100 автомобилей, на которых будут передвигаться игроки и судьи. Плюс к этому, в честь предстоящего футбольного сезона, корейская марка приготовила специальные версии автомобилей. Это ограниченная серия с специальным набором опций, специальной атрибутикой Лиги Европы 2019 года. И это будет яркое напоминание об этом футбольном событии. Спецверсии созданы для моделей Rio, Picanto, Optima, Sportage и Sorento Prime. Все они уже доступны для заказа у российских дилеров.